С нового сезона на груди казанского «Рубина» будет красоваться представитель семейства кошачьих. Именно с одной из крупнейших компаний экипировки двукратные чемпионы России и заключили контракт. В новой футбольной форме команда выйдет в первом туре РПЛ. Всего же немецкая фирма предоставит подопечным Курбана Бердыева три комплекта. Домашний рубиновый с белой окантовкой, гостевой зеленый и резервный цветом мокрый асфальт. Увидеть новое одеяние «Рубина» болельщики смогут уже совсем скоро на официальной презентации. Тем временем Алехандро Домингеса в стане казанцев точно не будет. Аргентинец накануне подписал соглашение с греческим Олимпиакосом. В Пиреях экс-рубиновец проведет ближайшие два года. В стане же Уникса пополнение. Защитник красных крыльев Евгений Колесников заключил с казанцами контракт по системе 1+1. В минувшем сезоне баскетболист в рамках единой лиги набирал в среднем 6 баллов при двух подборах. А вот подписать разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова студент не удалось. Агент игрока рассказал, что Уникс выходил на его клиента, но тот сделал выбор в пользу Нижнего Новгорода. Тем не менее, в Казань Хвостов все же приедет в составе студенческой сборной, которой предстоит побороться за медали Универсиады. Евгений Евневич, Вести Татарстан.